Дима! Помогите мне! Императрица хочет, чтобы он был мертв!
нужно найти эту женщину. Она, вероятно, отправилась за подкреплением. Разве тебя не учили, что нельзя бить женщин? Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. Разве мы уже закончили? Это боль, такая изысканная. Thank you.
О, принц, иди ко мне. Это боль, такая изысканная. Тебя не учили? Разве... Разве тебя не учили, что нельзя бить женщин? Ударь меня сильнее, принц! Сильнее! Разве мы уже закончили? Ах!
Разве мы уже закончили? В воле столько удовольствия! Я здесь не для того, чтобы причинять... Помоги мне! Как говорится, враг моего врага мой друг. Оставь ее в покое! Я с тобой еще не закончил. У меня нет времени на это. У тебя небогатый выбор. У меня нет времени на это. Вас ждет бесславный конец. Это все, на что ты способен? Следующий. Это даже проще, чем я ожидал. Стоило сначала потренироваться. Ты считаешь себя мастером фехтования? Я не до... Скажешь, когда будешь готов сразиться по-настоящему. Thank you.
это может быть? Подожди! Пожалуйста, я должен поговорить с тобой. Что тебе нужно от меня? Мне нужно встретиться с императрицей. Императрица никого не принимает. Ты за кого себя принимаешь? Я принц Персии. Понятно. На сегодня очень важный день. Ее нельзя беспокоить. По-моему, ты не понимаешь, насколько это важно. Глупец, разве ты не знаешь? Ты не можешь изменить свою судьбу. Она говорила со мной? Откуда она знает о моей цели? Осторожно! Оставайся там, я проберусь к тебе! Нет, принц. Уходи отсюда и никогда не возвращайся. Императрица недолюбливает мужчин. Она убьет тебя, если узнает о твоем присутствии
тобой. Такая изысканная. В боли столько удовольствия. В боли столько удовольствия. Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. В боли столько удовольствия. Разве мы уже закончили? Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. Это боль такая изысканная. Больше не работает. Что-то не так.
хорошо. Похоже, я опять в настоящем. По крайней мере, я знаю, как работают эти порталы.